Так, здравствуйте, дорогие друзья. И у меня опять распаковочка. Сегодня я получила такое растение, которое хотела давно. Так, посылочка шла с Ростовской области. До Волгограда шла в этот раз очень долго. Я даже подрастроилась. Неделю шла. Это как бы очень долго. С Ростова до Волгограда. Долговато. Ну ладно, посмотрим, в каком состоянии пришло растение. Растение само по себе нежное. Я переживала, как оно туда идет. Надеюсь, что все хорошо. Так. Ой, как же эти плохо открываются, эти коробки почтовые. Так, здесь одно растение. Отлично. Так, открываем. Открываем, открываем. Упаковано, в принципе, неплохо. Так, ну, с первого взгляда растение неплохо выглядит. Сейчас мы откроем. Хорошо замотано скотчем, так что надо аккуратненько. Так, скорее всего, ножницами надо, чтобы растение не повредить. Вот, вот моя красотка. Это алоказия, или как ее еще называют, калоказия, Hello Beauty. Вот такая вот красотка. Молоденькая, маленькая, конечно, но ничего. Вырастем, надеюсь, все будет хорошо. Вот такая вот красотулька. Я ее давно хотела. Вот. И наконец-таки приобрела. Вот так. Будем растить. Все. На этом моя распаковочка сегодня закончена. Спасибо большое за внимание. Заходите в гости, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего хорошего вам. До свидания.